Новый год – самый долгожданный праздник, который принято отмечать в семейном кругу с самыми близкими и дорогими людьми. Но есть люди, которые в силу своих служебных и трудовых обязанностей в новогодние праздники будут вне дома. Оберегая наш покой, обеспечивая нас теплом и светом, заботьтесь о нашем здоровье и просто выполнять неотложные производственные задания. Вот их хочется поздравить особенно. Пусть в новом году в каждом доме будет благополучие и достаток. В каждой семье счастье и любовь. Каждому из нас крепкого здоровья и веры в свои силы и в нашу победу. С праздником, с Новым годом!